в наступающем году желает вам здоровья, счастья и успеха. Я вас! А остального всего страха и веселья вам вполне хватит на наших концертах! Я вас! Начал. Камни страха поздравляет MD-Vision Group. С Новым годом! С новым счастьем! Андрюха, давай. Андрюха, стоп! Как у меня? Никто, извините, не прется. Да, степень забойности, увы, невелика. Кто почувствовал отдачу зрителей, так это конгресс страха. Это совсем другой кайф. Поклонники этой группы не смогли усидеть в удобных креслах и отрывались, что было сил. Но беспорядка не было. Нет, беспорядка не было. Ведь его нерушимо охраняли воины специального отряда. А может, сохраняя непроницаемые лица, парни сами тащились под эту лабуду, вспоминая вольные денечки. Ждем группу «Конгресс страха». А зачем? Может, автограф дадут, а может, кому по скуле. Они крутые ребята. Да, без этого не могут. Ну что ж, нам осталось подождать, когда выйдет группа «Конгресс страха». Не выйдут, а выведут. Что вы говорите? Все, Саша. Вы здесь с телевидения? Да-да. Здесь ждут группу «Конгресс страха»? Да, пожалуйста. Вот они, только 5 минут, ребята. Мы вас отпускаем только на 5 минут. Ребята, как докатились до жизни такой? Все, не буду рассказывать, все. Когда маленький я был, его не было тогда в проекте, я маленький еще был, и я как-то, я пришел к нему, говорю, давай на кастрюлю, говорю, а он говорит, это самый. Все было не так, дело было так, значит. Прихожу, значит, я домой как-то, значит, погода на улице стояла такая пасмурная, значит, все нормально, значит. Когда прихожу, все, значит, пасмурно на улице, значит, дождь. Я прихожу, сапоги мокрые, все такое. Забыл. Ага, прихожу, все, мама там что-то мне приготовила там поесть, все. Когда слышу, мне что-то кто-то звонит по телефону. У меня телефон дома стоит такой маленький. Я вот по телефону, бац. Когда слышу голос такой, видно, нетрезвый человек говорит. Что-то невнятное мне проговорил, что-то типа надо того, чтобы было бы где-нибудь бы собраться. Я тогда стоял в этом самом еще. Подожди. Я не буду рассказывать. И я тогда, когда мы еще пришли первый раз, а я ему говорю. А чё, говорю, как тебе фамилия этот? Тихо. И, говорю ему, давай, говорю, а он говорит, так о чём, говорит, давай вот это, говорит, ой.
Вот это его, говорит. А я, ну, так, ну что мы тогда, раз и все. А потом сюда вот это нам говорят. Друг мой, да. И тогда нам говорят, а что, давайте, говорит, сюда придите, попойте. Мы, значит, пришли, попили, вот это так оно все, это дело началось. Началось вот это все, конечно, потом это началось. Я посмотрел. Ну это было, конечно, это было, да. И этот самый. Ну, если насчет вчерашнего, вчера нормально все. На нас вчера зря вот это вот все. Мы ничего не делали. И как-то я еще так раз ему говорит. Никаких проблем вообще не было. В общем, нас мы пригласили, мы вот это поиграли на концерте. В общем, поиграли. Это, и все, и нормально все было. Ага. Да. И что, ну толпа веселилась, конечно, ну там что, ну пару машин перевернули, подумали, ну что такое пару машин? Ради бога, ну, ну да, покусил пару людей. Покусился, на одного и откусил ему. Глянь, зубки сломал. Тогда зубы последний раз чистил. Да. И мы вот это так и дошли, и, конечно, потом нас когда забрали уже, мы сознались. Он сам сознался, это не мы сознались, это он сознался. Ага. А я ничего не рассказывал, кстати. Я вообще не знал тебя тогда. А ручка есть? А ручки нет. Ребята, а чего вас милиция сопровождала? Так это, фанаты вот эти все, металлисты. Значит, напали и прямо еще на концерте. Еще если бы не вот этот тип, вообще был апатаз. И мы, короче, хотели еще первое место так. А нам вот то... Не умничай. И нам это раз, сразу в гран-при. А как напали, на этого чуть вообще не ранили. А это как пол рукава почти отодрали. Смотрите, молниеносно. Старшина, наведи порядок. Сними, ты сними, да? Нет?